Приветствую вас, подписчики. Всех с яблочным спасом. А у меня нет праздника, совершенно. Седьмой день ремонта, но ничего не сдвинулось ни на йоту. Я этот ремонт не заказывал. Предвыборные гонки. Да я вообще не пойду голосовать. Вот мое негодование по этому минорному беспорядку. Тем более, окна в подъезде менять наверняка не будут. Не похоже на это. В начале окна меняют, или в конце ремонта. Я не верю, что все, что не делается, то к лучшему. Я в панике. Сейчас музыку соответствующую вставлю.